Я не знаю, хто такі тітушки, я не знаю, хто такі там різні... Це молоді люди клички, в спортивному одязі на режимній території, які без посвідчень відповідних попали. Ви знаєте, я коли возникло відповідне движення в сесійній залі, я думав, що готується очередна провокація. Тому що ми ніяких дій не предполагали робити в цій ситуації. И какие спортивные люди сегодня по Киеву ходят, тысячи спортивных людей, самых разнообразных, по всем улицам города Киева. Поэтому кто кого куда приводит, я просто не знаю. Это режимная территория, сюда просто так не попадешь, особенно значит, сегодня. Надо задать вопрос охраны, что это за люди и какие функции они здесь выполняли. Может быть, это работники правоохранительных органов, которые переодеты в гражданскую одежду. Я не знаю, кто это, но я не... То, что наша фракция и партия не имеет никакого отношения к этому, это факт.